Годовой прогноз с четкими цифрами и графиком их изменения по кварталам. Март опубликовал тарифную тетрадь, где прописано, как будут меняться стоимость на услуги ЖКХ, связь, транспорт и образование, крепкий алкоголь и охрану помещений. Например, увеличение оплаты ЖКХ не более $5 за год. Что касается сотовой связи, интернета или стационарной, телефонной, а также почтовой, то повышение стоимости здесь стоит ожидать только в четвертом квартале и не более чем на 4%. Мы переходим на новый уровень предсказуемости нашей тарифной политики. Мы ее публикуем для широкой общественности. У нас есть отдельные услуги, которые мы привязали к базовой инфляции, и тарифы будут изменяться в процентном соотношении. А есть услуги, которые изменения заложены в абсолютном. Так, по городскому пассажирскому транспорту предполагается изменение на 5 копеек за один билет. По пригородному пассажирскому транспорту на 1 копейку. Копейку за 1 километр. Такие подходы у нас уже применялись несколько лет, и мы эту позицию не меняем. Публичность этих данных снизит инфляционные ожидания у бизнеса и людей. Март перед началом каждого календарного года рассчитывал стоимость для операторов, перевозчиков, учреждений образования.